На улице Клинической еще вчера кипела работа по обновлению трубопроводов. Из-за этого движение транспорта в выходные было ограничено. Уже сегодня утром рабочие закончили техническое перевооружение теплотрассы. Здесь восстановили трамвайные пути и произвели временное благоустройство проезжей части. Новые трубопроводы обладают повышенной защитой от теплопотерь, конденсата, коррозии и других агрессивных факторов среды. Для этого применяются различные методы специальной обработки, благодаря чему удается обеспечить куда более длительный срок эксплуатации по сравнению с трубами предыдущих поколений. Современные трубопроводы могут служить до полувека. У нас изоляция трубы идет пенополиуретан в пластиковой оболочке. То есть она предотвращает проникновение дождей, осадку всех, на воздействие на металл полностью. Система, также у нее есть система СДК, которая дает нам возможность определить, в каком месте у нас происходит повреждение. В выходные также провели масштабную и сложную работу на перекрестке Некрасовская-Ленинская. Продолжается перевооружение с дальнейшим восстановлением дороги на Некрасовской от Садовой до Ленинской и на Огибалово-Красноармейской. Проверил, как проходило техническое перевооружение теплотрасс, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Он отметил, что за последние полтора года объем инвестиций на обновление теплосетевых коммуникаций, коммунальной инфраструктуры города превысит 4,5 миллиарда рублей. Мы уходим туда, до Комсомольской площади, где мы позапрошлом году перекладывали трубу. То есть соединяем, и практически вся труба начинает спортивная, она вся новая будет лежать до работы. И по рабочей мы ее переложили до Арцебушевской. Жители Самары к обновлениям и временным неудобствам относятся с пониманием. Трубу надо обязательно, как придет зима, это уже везде меняли. Все работы контролируют в мэрии Самары. Для вовлечения дополнительных средств Самара вошла в единую ценовую зону теплоснабжения и стала одним из первых городов-миллионников, где стартовала реализация новой модели тарифообразования по методу альткотельной. Комплекс мероприятий по ремонту и техническому перевооружению теплотрасс является обязательным условием успешной подготовки города к осенне-зимнему периоду. В приоритете городских властей повышение надежности теплоснабжения за счет снижения количества технологических повреждений и исключения аварийных ситуаций во время прохождения отопительного сезона. Мария Елчан, Николай Сидоров. События.